Сошел с колеи пассажирский поезд. ЧП произошло сегодня утром в Горловке. На месте события побывала Елена Витек. Пассажирский вагон поезда «Луганск-Одесса» сошел с рельс на станции Горловка. ЧП произошло в 7:30. В вагоне находилось 29 человек. Никто не пострадал. Людей пересадили в резервные вагоны. Подробности происшествия нам прокомментировали в пресс-службе Донецкой железной дороги. Сход был незначительный, всего одной колесной парой. Ну, это буквально несколько сантиметров он сошел с рельс. По той информации, которую мы располагаем, никто из пассажиров данного поезда не было ни жалоб, ни нареканий. Сейчас работники железной дороги устраняют последствия аварии. Поезд прибыл в Луганск с опозданием 2 часа и 10 минут. Елена Витек, Александр Соколов, телеканал «Донбасс».